Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна Алешкина, и сегодня традиционная распаковка первого заказа по весеннему классному каталогу номер 4 компании Oriflame. И несмотря на то, что у меня такое сегодня игривое настроение, весна, хочется носить бусики, я хотела бы сегодня поговорить об очень серьезных вещах. Ну, конечно же, о здоровье. Ровно год назад я услышала впервые слово пандемия, коронавирус, и еще тогда, конечно, не подозревала, что все настолько будет серьезно. Поэтому, конечно, да, я принимала продукцию Wellness уже очень давно от компании Oriflame, продукты для здоровья, но действительно, вот реальное понимание пользы этих продуктов я поняла в этом году. Друзья мои, тьфу-тьфу-тьфу. В моей семье самых близких моих родных, родственников обошлось без вот этого всего. Почему? Может быть, конечно, потому что мы хорошо носили маски ответственно, да? Вот. Но я думаю, что все-таки немаловажную роль сыграли витамины Wellness, которые мы принимаем уже много лет на постоянной основе. И наш иммунитет, ну, не так-то сложно подорвать даже вот такой вот жуткой сложной проблемой. Поэтому сейчас в четвертом каталоге обратите ваше внимание на продукты для здоровья. Прежде всего, конечно, весной что нам нужно? Витамины, микроэлементы, омега-3, астаксантин, как всегда, они нам нужны. В этом каталоге, как всегда, в моем заказе, конечно же, Wellness Pack для меня, для дочки, для мамы, для мужа. Муж сам покупает, себе заказывает мужской пэк. У меня в этом каталоге он идет по подписке, шаг бесплатный. То есть вот я фактически четвертую пачку получила в подарок от компании. Дальше обращаю ваше внимание, конечно же, на пребиотический напиток. Он со скидкой в этом каталоге. Компания всегда делает все вовремя. Сейчас очень мало мы едим с вами зелени. Мы практически не едим живой, полезной для нашего пищеварения, для нашего микробиома пищи. Поэтому очень важны нам сейчас пищевые волокна. И практически питание для нашего полезного микробиома, который как раз поддерживать наш иммунитет. Я надеюсь, вы знаете, да, что иммунитет в нашем организме, он идет от здорового кишечника. Если хотите больше об этом узнать, приходите на нашу модную субботу, буквально уже в эту субботу, 13 марта, на Советскую 7, офис 406, чтобы подробнее узнать и продегустировать вот этот замечательный пребиотический напиток, который, кстати, я пью на регулярной основе уже полгода. А дальше я воспользовалась тем, что у меня витамины были бесплатны, поэтому я решила на эти денежки все-таки в эту весну заказать сразу весь комплекс витаминов для волос и ногтей. Да, это, конечно, дело не только здоровья, это дело еще красоты. Да, любая женщина хочет иметь красивые волосы, крепкие ногти, поэтому весна – самое время, если не весной, то я не знаю когда, купить курс витаминов и микроэлементов для волос и ногтей. Он так и называется. Здесь специальные аминокислоты, которые как раз участвуют в формировании здоровых волос. И почему курс? Я уже пью два раза в год его делаю. Я реально увидела, как волосы начинают расти. За зиму они, конечно, немножко пострадали, высохли от батареи, хоть как мы их, за ними не ухаживаем внешне, да, вот, но нужно, конечно же, и питание изнутри для волос, поэтому рекомендую сейчас взять 4 пачки, они со скидкой, курс пройти для того, чтобы к лету отрасти красивый шевелюр. Дальше, в этом же каталоге, конечно же, омега. То есть я пью омегу и в капсулированном виде, и добавляю в салаты или на бутерброд. Вот даже в каше иногда добавляю омегу жидкую, омега-3, 6, 9.
полиненасыщенные жирные кислоты вместо масла сливочного, вместо жиров, вместо маргаринов. Это очень нужный и важный продукт, в том числе и для мозга, для функционирования головного мозга, для сердечной мышцы, для сосудов, для всего-всего-всего. Поэтому продукт просто незаменимый, должен быть абсолютно в каждой семье, и детям, и взрослым нужно употреблять его. Дальше у меня идет по этому каталогу. Про здоровье, кажется, все. Единственное, что вот, может быть, к здоровью я бы еще отнесла вот такой вот набор. Сейчас обновленный шампунь и стимулятор роста волос, друзья мои. Реально работает, действует. Сама пробовала, когда пользовалась и втирала, мыла голову, втирала лосьон в кожу головы. Реально вот появляется такой пушок на голове, действительно стимулирует луковицы снова ожить и снова рождать волосы наши красивые. Поэтому можно вот скомбинировать и... Поверьте, результат не заставит себя ждать. Хотя, конечно, подождать немножко придется, просто потому, что если в нашем организме, если волосы у нас плохие и ногти у нас плохие, это значит, в нашем организме тоже не идет не все как положено. Я объясню. То есть волосы и ногти – это не жизненно важные органы для человека. И поэтому, когда мы видим, что они недостаточно здоровы, недостаточно хороши, будьте уверены, что значит в организме тоже чего-то не хватает. И те аминокислоты, которые мы должны бы были пойти на строительство волос и ногтей, они закрывают какую-то проблему, скажем так, внутри нашего организма. Поэтому пить нужно на регулярной основе, добавлять вот эти вот аминокислоты. Их нету в этих аминокислотах в других продуктах. Именно вот те, которые нужны для строительства наших вот этих волосяных, да, покров, волос. И что я хочу сказать, если вы видите, что начали расти волосы, улучшаться ногти, качество ногтей, это значит, в вашем организме этих компонентов теперь достаточно, и вы можете быть уверены, что работаете в нужном направлении, все правильно. Ну, на самом деле, вспомните, когда мы были молодыми, детьми, да, у нас не было проблем с волосами, ногтями, вот. Значит, это проявляется гораздо позже, и это происходит уже после того, что мы какие-то болячки хронические, может быть, даже зарабатываем. Поэтому, друзья мои, витамины, БАДы нужно пить на регулярной основе. А витамины для волос и ногтей мы пьем курсами. Два раза в год по 4 пачки. Ну, желательно весной, вот, да, сейчас как раз компания специально сделала скидочку на них. Так, теперь переходим к красоте. Конечно же, на Вейдж в моих заказах тоже всегда есть. Что-то я беру как участник премьер-клуба, я делаю регулярно 150 баллов. Кстати, в этом заказе у меня сразу в первом заказе уже 250 баллов. Вот поэтому у меня есть возможность один продукт брать с 50% скидкой. Я всегда выбираю продукты на Вейдж для этого. Вот в этом заказе у меня дневной крем на Вейдж Ultimate Lift. Это моя серия 40+, для лифтинга. И у меня вот сейчас закончился крем. Я его взяла просто по 50% скидке для того, чтобы в комплексе у меня все было. Я пользуюсь не одним кремом, естественно, я пользуюсь всем комплексом, но вот дневной крем взяла по 50%. И взяла крем от покраснений, но это моим клиентам. Он сейчас со скидкой в каталоге, поэтому клиенты знают мои, что очень важно использовать этот крем. Он очень хорошо помогает, особенно для людей с чувствительной кожей, у кого есть купероз, у кого есть повышенная чувствительность, покраснение. Вот этот крем... Давидж против покраснений. Рекомендую. Что еще у меня для красоты? Во вкладочке, друзья мои, есть патчи. Они почему-то ушли из каталога, но периодически появляются в каких-то акциях. И я, конечно же, когда увидела, что они сейчас идут по 149 рублей, обязательно, конечно же, их заказала. Очень классная вещь. Патчи можно наносить и на веки, и на другие складки, морщинки, которые есть на лице.
даже вот на носогубку можно, одни берем и последовательно прикладываем в разные места, то есть очень хороший мгновенный эффект из-за подтяжки с помощью гиалуроновой кислоты. И обратите внимание на акцию, если мы берем два продукта из вкладыша, то нам добавляется, предлагают купить украшение, набор украшений всего за 159 рублей. Друзья, ну за 159 рублей набор украшений вот в такой красивой упаковочке с шведскими мотивами, конечно, надо брать. Не себе, так в подарок. Что еще у меня для красоты? Туши, друзья мои, туши, обратите внимание, целых 5 штук. Почему? Потому что акция. Наша любимая тушь 5 в 1, она обновила свою упаковку. Она стала упаковкой еще более современной. Появился вот этот надпись The One, Wand of Lash. И тушь на самом деле потрясающая. Зато, если вы берете сразу 4, 5 вам приходит в подарок. В итоге наша любимая, самая продаваемая тушь компании Oriflame сейчас выходит по 200 рублей. Так что рекомендую, я уверена, что две как минимум себе нужно взять, одну сейчас пользуется, одну запас, и еще 3 подруги. Все в шоколаде, все довольны. 5 туши по 200 рублей. Сказка. А что еще у меня для красоты? Конечно, ого, забыла, вот еще Novage. Novage Bright Sublime, это сыворотка против пигментации. Девочки, весна, уже солнце очень активно, и я вам рекомендую не ждать, когда появятся эти неприятные на лице пятна, а лучше заблаговременно предупредить их появление, используя серию для кожи склонных к пигментации, брать саблайм. У меня есть клиент, который страдает от этой проблемы, и поэтому на регулярной основе приняла решение использовать эту серию, и сейчас у нее закончилась сыворотка, поэтому сыворотка есть в моем заказе для нее. А дальше мы берем акционные продукты. Друзья мои, не забывайте, кто делает 50 баллов на свой номер в каталог, могут воспользоваться вот такой вот акцией. Наши, фактически премиальные продукты, шведские, по-настоящему шведские, с травами, 8 минералов и микроэлементов для вашей кожи. Тоже сейчас весной очень важно, да, подпитать еще снаружи кожу. И экстракт шведской жимолости. Запах необыкновенно травянистый. Очень шампунь и кондиционер мало пенятся, то есть в них мало вот этого пава. Поэтому волосы отмывают хорошо, ухаживают хорошо. Ощущения приятные, волосы просто душистые, травянистые и мягкие. Но при этом и чистый. И гель для душа тоже из этой серии, тоже с таким же эффектом, то есть и ухаживает за кожей, и одновременно питает ее с помощью минералов и экстракта шведской жимолости. 299 рублей по акции. Друзья мои, эта песня обязательно возьмите, если еще не пробовали, я уверена, вы оцените. По мелочи, это все, что должно быть постоянно в обиходе. Девушки, это сейчас все со скидкой есть, если обратите внимание, запасаемся. У меня сейчас есть пилочка, я ее обожаю, просто она просто делает шикарные мягкие пяточки. Вот, но в любой момент, вы знаете, может потребоваться новая, поэтому всегда должна быть в запасе. Ну и станочки бритвенные, само собой. Что еще для красоты, друзья мои? Конечно же, если вы будете смотреть каталог, вы не сможете пройти мимо и не обратить внимания на обновленную краску, запуск краски, нашей любимой, полюбившейся, так нам полюбившейся краски для волос, которая, я уже ей пользуюсь лет 8, вот, и когда она ушла из каталогов, я прям вот запаслась, во-первых, краской из прошлых каталогов, вот, чтобы дождаться новой, и мы дождались. Поэтому, друзья, упаковка стала еще более современная, принципиально, в ней ничего не изменилось, то есть в ней остались все те же ухаживающие компоненты,
краска имеет умную смарт-систему, которая там, где нужно, прокрашивает, там, где нужно, не мешает, не вредит. То есть все оттенки, какие были, сохранились у меня, мои краски, свет и клиентки уже есть. Я думаю, что это не последние краски в этом каталоге, будут еще заказы. Мыло – это благотворительность, друзья мои. Ладошка счастья, то есть если вы покупаете это мыло, то Oriflame с покупки этого мыла отчисляет деньги в фонд Гоши Куценко и благотворительный фонд Гоши Куценко для детей. Поэтому в моих заказах периодически это мыло присутствует, пока есть такая возможность оказывать, ну, благотворительность. Так, ну что, мы подошли к самому интересному. Кроме, конечно, новых потрясающих красивых каталогов, которых у меня для моих клиентов достаточно много. Так, все. Та-дам! То, что я очень ждала, то, что я очень хотела получить в этом каталоге после запуска на нашей модной субботе, где мы рассматривали наши украшения Норхен, новую коллекцию. Каталога в этом уже нету, каталог был в прошлом, каталог приходил в прошлом. Можно увидеть каталоги в наших продуктовых группах ВКонтакте, люблю себя, онлайн-партнер Oriflame. Друзья мои, это очки. Это очки. Я, конечно, надеялась, что у меня хватит мужества не соблазниться на еще одни, не знаю, на 50-е очки. Но потом я почитала историю, прошу прощения, не взяла ножичек. Потом я почитала историю Кэптона Джона, которого в коллекции 20 тысяч очков. И я поняла, что мне есть еще к чему стремиться. Пусть у меня будут еще одни. Но какие, друзья мои, я просто не устояла. Я просто не устояла. Посмотрите, как это все упаковано. Очень солидно, очень серьезно. Очень хорошего качества. Сам футляр уже о многом говорит, то есть очень-очень серьезный. И та-дам! Очки. Очки, которые по форме очень напоминают очки, которые носил Джон Леннон. И посмотрите, какие они красивые. Сейчас это снова в моде. Вообще это, конечно, классика. Металлическая оправа, почти круглая, с такими изящными ушками под леопарда. Вот. А здесь они абсолютно нейтральные, с таким градиентной окраской. То есть, и смотрите, как они выглядят. Как вам? Мне, например, очень понравились, поэтому я, когда померила их, я поняла, что в моей коллекции такие очки будут. Друзья мои, распаковка подходит к концу. Вы, конечно, может быть, еще спросите, что же вот это за коробочки стоят у меня сбоку. Друзья мои, а это все подарки наши с Юрой по прошедшей акции. Акция про Oriflame, просто узнать, что внутри. И мы регистрировали людей, приглашали новых клиентов и консультантов в компанию. И компания за это нам подарила вот такие вот наборы. Они все разные. То есть надо смотреть, что же там досталось нам. И вот я хочу распаковать один верхний случайным образом. Ага. Друзья мои, здесь набор The One. Набор The One. Потрясающая тушь с двойным эффектом, дубл эффект, это пудра The One, и это две жидкие губные помады разных цветов. Одна вот такая вот красная, а ну мой цвет, и одна какого-то
другого оттенка. И одна розовая. Я тоже думаю, что это мой цвет, холодный розовый цвет. А вот такие подарки. Не буду сейчас распаковывать все коробочки. Я лучше хочу, друзья мои, вам отрекомендовать начавшуюся новую акцию, которая сейчас в четвертом каталоге стартовала и продлится целых три каталога. 4, 5, 6. И эта акция называется «Здесь и сейчас». Захватывает дух, потрясающие подарки. Я уверена, что если вы изучите их на сайте или в наших группах онлайн-партнеры «Люблю себя», обязательно захотите тоже такие. Это здесь и колонка, и набор декоративной косметики, и набор для блогера, подставка, кольцо, наушники. Здесь беспроводные наушники Philips, очень крутые, в коробочке. Это проектор, это средство для очищения лица Sonic Trinitron. Здесь есть даже вот такие вот витаминки, их можно в подарок получить. И самое крутое — это телефон, не помню точно марка, самая крутая, самая последняя модель, 4 камеры. Ну, то есть потрясающие подарки, друзья мои, я рекомендую вам изучить и обратиться к вашим информационным спонсорам, чтобы они объяснили вам подробнее, как это получить, как это помогли вам это сделать. И я желаю всем удачи и прекрасного марта. Всем пока-пока!